Всем привет, с вами Акампон. Сегодня я буду работать возле переезда. И да, сейчас я еду возле... Ну, я уже подъезжаю к переезду. И сейчас... Вот, заворачиваем. Вот сюда. Бам-бам-бам. Вылезаем, собственно, с машины. Закрываем дверьку. И бегим на пост. Да, ребята, это, собственно, мы вернулись к нашему... к нашей теме. Так, сейчас я... Так, я готов. Я на месте. Прием, дежурный, закрывайте переезд. Поезд едет со станции Николаевка. Хорошо. Закрываю переезд. Так. Со станции Николаевка отправляется поезд. И сейчас... О, какая-то машинка стоит. До станции Николаевка должен поехать поезд. И мне интересно, какой. Потому что я 2 месяца, собственно, не видел поезда в Майнкрафте. И я не снимал эту рубрику, поэтому, ребята, мы вернулись к рубрике «Дежурный по переезду». Ладно, давайте подождем, когда к нам поезд подъедет, потому что мы как бы желаем его видеть. О, я походу что-то вижу. ЧМ-3. Там ЧМ-3 в окрасе РЖД едет. Интересно, с какими вагонами? Пассажирскими или с грузовыми? С пассажирскими. Да, это пассажирские вагоны. А, я понял. Он забирает вагоны с Эд-9М. Прием, дежурный. Следующий поезд приедет через 10 минут. Хорошо, через 10 минут отправится следующий поезд. Следующий поезд должен поехать отсюда. Поэтому, ребята, я включу запись, как только приедет поезд. Так, все. Прием, дежурный, так. Закрывайте переезд, едет поезд. За стороны какой? Типа... Нет, с другой стороны. Хорошо. Поедет он со станции, не помню. Я уже, честно, ребята, забыл, какая там станция, потому что я уже давно не был, собственно, на переезде, и мне надо выучить расписание, потому что меня не было 2 месяца. И я должен поехать оттуда. Поэтому я беру желтый флаг. Жилетик у меня есть. Кстати, мне интересно, что там за машина, мне интересно, просто там стоит на аварийке. Что она там делает? Ладно, давайте подождем, когда приедет поезд, потому что он должен, сейчас должен приехать, потому что, собственно, нам сообщили по рации, что едет поезд с этой стороны, ну, должен приехать с этой стороны. Поэтому переезд у меня закрыт. И, опа, что-то едет. О, это F20. Это F20. Как понеслось. Просто. Просто с большой скорости он просто проехал мой переезд F20. Даже без вагонов. Прикол. Ладно, ребята, давайте ждать следующего, конечно, поезда, потому что, ну... Прием, дежурный, поезд проедет через 20 минут. Так, через 20 минут? Да. Ладно, ребята, давайте, собственно, что могу сказать. Давайте, собственно, ждать следующего поезда. Весь этот поезд будет через 20 минут. Так, должны сейчас сказать уже. Прием, дежурный, закрывайте переезд. Хорошо. Сейчас должен приехать, ну, со станции, наверное, Николаевки поедет. Поэтому мы сейчас ожидаем нашего поезда, потому что мы его, собственно, и ожидаем. Ой. Да, как же классно. Очень
Так. Ждем, собственно, нашего поезда, когда он приедет. Прием не жжет, но он немного задерживается, примерно на 5 минут. Эй, ты дежурный! Что? Смотри, там птичка! Какая птичка? Блин, не понравилось. Стой! Остановись! Нет, 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 нет! Нет! Ой, что ты тут сделал? Прием, дежурный, заканчивайте смену. Хорошо. Еще прошу вызвать сейчас... спасателей. У нас тут машина врезался в поезд опять. Спасатели уже забрали человека из машины. Так, сейчас я посмотрю, может, с другой стороны они приехали. Ну, только скорая всего лишь приехала. Но она должна сейчас уехать, это скорая, потому что... Нет. Заканчивайте смену. Хорошо, так, бегим сейчас заканчивать смену. Сейчас я бегу, собственно, ложить все вещи и уезжать. Если что, ребята, переходите в мой телеграм-канал. Там я сниму, скину дальше, что там происходит в Майнкрафте с этим случаем. Ладно, ребята, я уезжаю. Еду домой. Поэтому всем удачи. Всем пока.